Ради счастья, счастья нашего, средь ромашковых лугов, Петр князь с женой Февронией завещали нам любовь в день семьи, любви и верности. Ромашки белоснежные дарим суженым своим. Половинку заветную выбираем лишь раз, потому что священное это действо для нас. Испытания все вынести сможем мы на плечах, чтоб сиял Божий милость, не угасал наш семейный очаг.